вот эта работа сделана на бумаге уже. Я последние вот так 2-3 года вот, делал работу на бумаге. Наверное, больше не буду, потому что с бумагой очень хлопотно. Она, к сожалению, так не будет. Материал такой все время рвется, я уже замучился с ней. Теперь буду делать на холстах такого же размера. Все, спасибо. Ну, эта работа у меня как бы вот иногда у меня получается. В таком, я ее делаю в бессознательном состоянии. Таком, подсознательном, да. Потому что я до сих пор не знаю, что там делается в этой картине. Потому что эта картина уже своей самостоятельной жизнью живет. И мне даже не хочется узнавать, что там происходит. Это дела давно минувших дней. Но не всегда так удается вот это, на подсознательном уровне работать, потому что все-таки вот этот интеллект, он очень часто мешает. Начинает тебе навязываться, что ты слишком умный, там какие-то художники вспоминаются, еще там что-то какие-то примеры. Мне лично мешает очень. Я стараюсь через это, через, ну как бы, непосредственное вот такое. Только не от мозгов. Вот, а вот как, когда гармония идет, вот, соединение мозгов и подсознательного, это да. Это тоже бывает отлично. Ну, надеюсь. Еще в будущем буду работать, буду вот это, подсознательный уровень подключать, надо настраиваться на это, и небольшую часть интеллекта, и тогда я надеюсь,